Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor siga estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha hagan clic en Configuración. Seleccionen Subtítulos. Elijan el idioma y por supuesto no se olviden de suscribirse a este canal. Que disfruten del cine ruso. Это я виноват. Я не смог спасти ее. Ее довезли, а я на столе. Тим, не вини себя. Ты не волшебник. Сам знаешь, с такими травмами маму бы никто не смог спасти. Мама не хотела бы, чтобы мы опускали руки. Мы должны продолжать жить дальше. Жить дальше? Мы должны заняться делами. Мама именно так и поступила после того, как папа не стала. Я ничего не понимаю в ее бизнесе. Тем. Делами займусь я. Я уже подала документы на переводе на заочное. Ты просто будь рядом. Как всегда у нас и было. Мне нужны чистые документы и рекомендации. Хочу устроиться к определенному человеку. Устраиваешь? Ну, можно попробовать, но только это будет дорого стоить. Но мне надо в конкретный дом попасть. А что так приспичило? Так, личные счеты. Вот как? Что за счет? Так, ты устраиваешь, я плачу. Договорились? Заметан. Вдвоем на этой поляне нам будет тесновато. Так что вот, Ритуля, пиши по-собственному. И тебе не надо на меня так смотреть. Я человек порядочный. Так что вот. Отступные, так сказать. Запрещенные хлопоты. Ну и замолчание, само собой. Мразь. На работу завтра уже можешь не выходить. Да где же может быть записан код от сейфа? Папа говорил, это дата нашего рождения. Точно. Денег там нет, только бумаги, с которыми нам предстоит разобраться. Галка, снимись с ручника. У нас проблемы, их нужно решать. Я хоть и недавно здесь работаю, но успел стать для твоей мамы правой рукой. Она даже собиралась назначить меня своим замом. Да, вот не успела. Она хорошо о тебе отзывалась. В памяти твоей маме и ради блага нашего дела
Я хочу быть полезным тебе во всем. Спасибо, Максим. Тебе совсем скоро предстоит стать хозяйкой этой компании. Я хочу тебе помогать. Где-то направлять, в чем-то консультировать. Я очень признательна тебе. Мне действительно будет необходима твоя профессиональная помощь и поддержка. Да. К вам приехал следователь из прокуратуры. Пригласите его сюда. Хорошо. Следователь, зачем? Анна, нужно есть, иначе не поправитесь. Давайте. И Артём, мне то, что есть. Я жить не хочу. Как я теперь без Бори-то, а? Он для меня всем был. Вам нужно жить ради дочерей. Давайте. Я прошу. Вот. Хорошо. Спасибо, Артём. Здравствуй, мама. Я принесла тебе гранатовый сок. Я просила передать тебе привет. Она придет попозже. А где Аля? Она занимается документами. Мам. Деечка моя. Моя девочка. Меня зовут Коваленко Владимир Петрович. Я следователь городской прокуратуры. Лиза Туманова. Здравствуйте. Максим Коршунов, директор по развитию. Чем вызван ваш визит? Наши эксперты осмотрели автомобиль Ланы Тумановой. Обнаружили неисправности тормозной системы. Не исключено, что поломку подстроили. Вы кого-то подозреваете? Насколько нам известно, последний проект Ланы Тумановой и Бориса Белопольского грозил их конкурентам потерей больших заказов. В общем, да. Елизавета, когда вы последний раз виделись с мамой? О чем говорили? Может быть, у нее были враги? Владимир Петрович, Лана была очень успешной деловой женщиной. Она смогла вытеснить с рынка большинство конкурентов. Собиралась открывать самый крупный в регионе выставочный комплекс. Конечно, у нее были и недоброжелатели, и, возможно, даже враги. Версия профессиональной деятельности Ланы Тумановой мы будем проверять в первую очередь. Лиза, чем она занималась в последние дни? Не было никаких конфликтов. Она с головой ушла в свой новый проект. Она с братом успокоилась. А что? Был повод? Мы оба поступали. Я в университет, в ординатуру. Вот моя визитка. Если что-то вспомните, позвоните. С вашего позволения, я могу поговорить с работниками вашего офиса? Конечно. Спасибо. До свидания. Ты тоже думаешь, что аварию могли подстроить? Не исключаю.
Тебе тоже может угрожать опасность. Конкурентам выгодно, чтобы фирма развалилась. Я не позволю, чтобы с тобой что-то случилось. Я буду заботиться о тебе. Ну? Привет. Привет. Держи. Фомина Наталья Николаевна. Не замужем, не судима, прописка тоже есть. Все чисто. Надо же, какая я работница хорошая получилась. Надеюсь, новый хозяин оценит. А вот тут облом. У твоего фраера все места заняты, вакансий нет. Я проверял по своим каналам. Так а что делать? Мне надо обязательно. Пока, Наташ. Подождем. Ну, а как мама? Все еще плохо. Ну, то есть физически, конечно, гораздо лучше, но вот морально почти не встает, молчит. А если говорит, то только о папе. Бедная. Ну, я ее одну стараюсь не оставлять. Правда, в учебе еле-еле успеваю. Извини. Да? Привет, Лиз. В офисе «Новая водная», через час совещание. Тебе надо быть. Ты далеко? Я сейчас обедаю. К совещанию буду. Я думаю, Артем, у тебя большое будущее в хирургии. Спасибо. Спасибо, Всеволод Аристархович. Ты уже неплохой оперирующий хирург, но нужно еще много работать. Согласен. Поэтому я рекомендовал тебя на стажировку в одну из лучших немецких клиник. Их хирурги творят чудеса. Спасибо. Спасибо огромное. Я вам очень признателен. Но я вынужден отказаться. Артем, от таких предложений не отказываются. Такой шанс выпадает один раз. Ну, тут ты ничем не связан. Почему нет? Я не готов оставить сестру. Извините. Ну что? Теперь я наконец-таки вот так могу вас поздравить с днем рождения. Это от нас с Артемом с самыми лучшими пожеланиями. Ну что, девчонки, все, нам теперь по 18, взрослая жизнь. Спасибо, Лиз, я забыла совсем. И тебя с прошедшим. Только извини, без подарка. Да ничего. Да, спасибо тебе большое, Лиз. Тебя тоже с ДР. Ты прости, у нас все это... Замотались мы, короче. Да ничего страшного, я же все понимаю. Сейчас не самое подходящее время, чтобы что-то праздновать. Это точно. Да, как у вас? Край с делами Бориса виден? Ой. Да пропасть видна. От фирмы ничего не осталось, одни долги. Все надежды выплатить были связаны со строительством нового выставочного комплекса. А сейчас дело близится к банкротству. Я могу помочь вашей семье финансово. Нет, мы справимся сами. Мы должны научиться содержать себя и маму. Мы несем ответственность за нашу семью. И нельзя перекладывать эту ответственность на Лизу Алю. Угу. Ну, хоть чем-то я могу вам помочь. Можешь. Было бы неплохо, если бы ты устроила меня на работу в свою компанию. Это же Галка может только за мамой и домом приглядывать, а я могла бы еще и деньги зарабатывать. М?
Об этом варианте я как-то не подумала. Это отличная идея. Я попробую что-нибудь найти. Только мне нужно проконсультироваться с моим доверенным лицом. Спасибо тебе большое. Да не за что. Мы отказываемся от строительства выставочного комплекса. Принято решение выкупить несколько подходящих зданий и переоборудовать их. Список и затраты у меня. Как отказываемся? Мы и так понесли убытки из-за того, что после гибели Ланы проект был заморожен, и это было ваше решение. Хотя мы могли начать строительство еще 2 месяца назад. Это решение было в моей компетенции. К тому же фирма Белопольского со дня на день объявит о своем банкротстве. Финансовый директор, я продолжаю настаивать на том, что вариант с переоборудованием зданий будет нецелесообразным. А почему вы так считаете, Андрей Андреевич? В итоге затраты большие, отдача мизерная, а вот новый комплекс... Отдача и затраты уже просчитаны, Андрей Андреевич. К тому же, как я говорил, решение принято и согласовано с главой компании Елизаветой Тумановой. Я ничего не перепутал, Лиза? Да, конечно. В таком случае не смею никого задерживать. Совещание закончено. Максим, а ты не мог бы показать мне эти твои расчеты по поводу зданий? Я просто хочу разобраться, почему наш финансовый так против. Конечно, да. Хотя мне могла бы поверить на слово. Позже покажу. И у меня для тебя сегодня немного другая программа. Роман Гофман. Единственный концерт в нашем городе. Я всегда мечтала услышать его вживую. Я умею читать твои мысли. И да, концерт — это только начало сегодняшнего вечера. Артём, спасибо большое, что ты к нам заходишь. Да и мама как-то после твоих визитов оживает. Это новые препараты для Анны. Они должны ей помочь. Держи. Принимать строго по инструкции. Ты так о ней заботишься. Анна моя пациентка. Это моя работа. А как на работе? Предложили стажировку в немецкой клинике. Ты уедешь? Нет, я отказался. А как у Лизы дела? Да мы с Лизой редко видимся. Я все время в больнице, она в офисе. Да и после работы у нее дела. Ладно. Спасибо, Галь, за чай. Мне надо идти. У меня завтра операция. Да, конечно. Я провожу. Тём, привет. Привет. Ой-ой-ой. Что, что? Ой, как больно. Тихо, где? Вот, да, вот тут вот больно. Так да. Больно? Да, прям. Так? Тём, ты такой классный. Слушай, неужели вот ты не видишь, как я к тебе отношусь? Что тебя сковывает? Мы могли бы быть такой классной парой. Аля, не обижайся, но... Давай я помогу тебе домой дойти, а? Не надо. Я сама. Я совсем справлюсь сама. Я тебя чувствую, Лиза. Я знаю тебя.
Знаю, что тебе нужно для счастья. И готов тебе это дать. Я люблю тебя, Лиза. И хочу быть с тобой. Да, я старше тебя. Но я уверен, что рядом с тобой должен быть мужчина, способный позаботиться о тебе. Стать опорой. Максим, ты мне нравишься. Но мама не стала совсем недавно. Я пока не готова. Лиза, твоя мама была бы счастлива видеть тебя рядом со мной. Я уверен. Я пока не готова. Я все понимаю. Я буду ждать. Привет. Привет. Молока на сон грядущий? Что-то не хочется. Неожиданно. Тогда рассказывай, где была, потому что я начал уже волноваться. Много где была. Сначала на концерте, потом в ресторане. Максим устроил мне замечательный вечер и почти сделал предложение. Я обещала подумать. Ты любишь его? Не знаю. Мне кажется, у меня достаточно времени, чтобы это понять. Идем. Тебе тоже надо кого-то найти. Ты меня уже пугает, что мы красивый, умный, самый лучший брат до сих пор один. Идем. Ну, вокруг столько девушек хороших. Например, Галя. Мне кажется, вы поладите. Галя, да, Галя прекрасная девушка, но она может быть для меня только другом. Мне кажется, она заслуживает больше. Ну, хотя, если ты надумаешь жениться, мне будет жаль расставаться с моим любимым братом. Лиза, я должен сказать тебе кое-что важное. Тём, давай не сегодня, я очень устала. Нет, это правда важно, я должен сказать. Тем более, очень важные вещи лучше обсуждать на свежую голову. Спокойной ночи. Привет, Нин. Здравствуйте, Елизавета Сергеевна. Вас ждут. Привет. Лиз, привет. Я по поводу работы. Ну, пойдем в кабинет поговорим. Да, я понимаю, что мы с тобой совершенно недавно об этом говорили, но у меня просто нет возможности ждать. Я уже даже начала академию оформлять, поэтому, в принципе, я готова работать. Ничего себе! Максим, зайди, пожалуйста, в мой кабинет. И что, тебе так каждый день? Так не каждый. Здравствуйте. Здравствуйте. Максим, Али нужна работа. Можешь найти для нее что-нибудь подходящее? Да не вопрос. Вакансии у нас есть. Ух ты, ничего себе. Я не думала, что так быстро. А какие есть вакансии? Есть место в отделе делопроизводства и пиар-отделе. Ну, что, английский я знаю, с соцсетями я на «ты». Могу заливать контент или писать посты. Ну, вот и хорошо. Значит, к пиарщикам. Резюме есть?
Нет, но я могу прямо сейчас. Прямо сейчас не надо. Значит, жду завтра утром к 9 с резюме. Ребята, я предупрежу. Хорошо, спасибо. Спасибо тебе большое. Не за что. Я пойду тогда, до завтра, да? До завтра. До завтра. Всего доброго. Спасибо тебе, Максим, за новое братство моего кабинета. Лучшая благодарность для меня – это твой поцелуй. Максим, ну так начинаются офисные романы. Ты же знаешь, я за исключительно деловые отношения на работе. Так что с теми документами, о которых мы говорили вчера на совещании? Я могу увидеть твои расчеты? Конечно. Сейчас принесу. Елизавета Сергеевна. Устраивает ваши рекомендации. Наша экономка Зоя сейчас расскажет вам ваши обязанности. Зоя? Да. Объясни и все расскажи. На глаза Покровскому лучше не попадайтесь. Ему ни в коем случае нельзя волноваться. У Эдуарда слабое здоровье. Главное, никакого шума. Покровский ведет уединенный образ жизни. И ни в коем случае его нельзя волновать. Ему нельзя мешать. Твоя задача – содержать дом в чистоте. Хозяева повернуты на порядке. Покровский еще ничего, хозяйка, если заметит пыль на подоконнике, может скандал устроить. Да, и никакой агрессивной химии. У хозяина аллергия. Это понятно? Да, Зоя, я все поняла. Пойдем, я покажу тебе твою комнату. А ведь Андрей Андреевич прав. Переоборудование здания выходит дороже, чем новое строительство. Лиза, ты просто не поняла некоторых моих расчетов. Я опустил некоторые детали, которые и так понятны финансисту. Да, Максим, у меня мало опыта. Именно поэтому мы не будем принимать твое решение, пока я окончательно совсем не разберусь. Да, но, Лиза, время не терпит. Да. Елизавета Сергеевна, к вам следователь из прокуратуры. Пусть войдет. О, Бердин, привет. А кто же еще Белопольская? Походу, судьба у меня такая – таскать твои сумки. Пойдем, провожу тебя. Спасибо. Ты мне в последнее время все из рук валится. Ну, рассказывай, Галка, как жизнь? Поди, бьет ключом? Бьет. У меня мама болеет. Я все время возле нее из дому практически не выхожу. Так а ты же вроде куда-то поступила. Да, в университет. Но ничего, скоро отчислят за прогулы. Не кисни. Хочешь, я буду вас навещать? Все тебе веселее будет. Ну, давай. Может, и маму удастся развеселить. Заметано. В среду пойдет? Пойдет. Наши эксперты окончательно подтвердили, что неисправность тормозной системы в автомобиле вашей мамы не была случайной. Они утверждают, что автомобиль повредили здесь, на офисной парковке. А иначе бы авария произошла гораздо раньше. Скажите, а кто мог иметь доступ к автомобилю? К
Ключи от ее машины всегда лежали здесь, на столе. Ну, наша парковка сплошной проходной двор. Туда мог зайти кто угодно. Я уверен. Вопрос в бизнесе Ланы. Последний выигранный тендер был слишком лакомым куском. Конечно, конечно. Но мы отработали почти всех возможных конкурентов вашей компании. Никаких подозрений. Владимир Петрович, я вот что вспомнил. В тот день Лана проводила переговоры в своем кабинете. И что? Я присутствовал на них. Переговоры провалились, контрагенты Ланы были очень недовольны, расстались на негативных эмоциях. Угу. Скажите, а вы могли бы назвать фамилии всех тех, кто присутствовал на этих переговорах? Ну и подробно описать, что там произошло? Конечно, конечно. Я все вспомню, запишу и пришлю вам. У вас все? Да. До свидания. До свидания. Сегодня вечером. Да, все как договаривались. А я тебе фрукты принесла. Съешь яблочко. Прости меня, дочка. За что? Совсем вам с Алей от меня никакой пользы. В делах я не смыслю ничего. По дому совсем никчемная стала. Не умею я жить без вашего папы, оказывается. Мама, что ты? Просто надо, чтобы прошло еще немного времени. Ты научишься. И ты будешь так же улыбаться, как раньше. Да. Сейчас у меня только одно желание. Прошлое вернуть. Смотри. Вот это вы с Алечкой сразу как родились. Я еще от наркоза не отошла, а папе вас уже показали. Он тогда всегда рядом был. Это Лана приезжала с подарками. Сумасшедшая. Ой. Мы для вас все вместе покупали тогда. Ну, когда она Лизу взяла. Это ж Борька ее и уговорил. Он на кухне. А что значит взяла? А я не то хотела сказать, Галечка. Это из-за лекарств. Совсем я не соображаю из-за них. А при чем здесь лекарства? Что значит, Лана взяла, а папа уговорил? Ты о чем? Хорошо, Галя. Только пообещай, что никто никогда об этом не узнает. Договорились? Обещаю. Лана взяла Лизу из дома малютки. Совсем крошкой. 2 месяца ей было. Мы условились обо всем молчать. Лиза ничего не знает. Мам, подожди, так это получается, вы ее все время обманывали? Как вы могли, мам? Лиза, я сейчас собираюсь на встречу с новым заказчиком. Буду 7:00. Ты еще будешь здесь? Да нет, я уже домой собираюсь. Давай позже созвонимся. Хорошо.
Может быть, тогда тебе вызвать такси? Да нет, не нужно. Погода хорошая. Хочу немного прогуляться. Может, по магазинам пройдусь. Тяжело здесь, наверное, да? Хозяева строгие. Да нет. Главное было по Покровскому подстроиться. А что, он лютует? Не особо. Но у него проблемы с сердцем, поэтому все ходят на цыпочках. И не дай бог его разволновать или покой нарушить. Вероника сразу скандал закатит. Ну, понятно. Жена Покровского. Да никакая она ему не жена, но очень хотела бы ею стать. Ну да. Он пара завидная, богатый. Ну так а дети у него есть? Нет ни одного. Нормально, Лиза. Вот поэтому я должен быть всегда рядом. Отведи меня домой. Пошли. Пойдем. Так, а что случилось-то? На Лизу напали. Повезло, что я рядом оказался. Все нормально? Ты цела? Да, нормально. А у меня как раз встреча отменилась. Дай, думаю, зайду и сюрприз сделаю. А там какие-то два отморозка похитить ее собирались. Ну, может, полицию нужно вызвать? Ну, я думаю, не стоит. Ей же ехать придется, посмотрев, в каком она состоянии. У меня есть знакомый частный детектив, так что я решу этот вопрос. Да, наверное, так и лучше. Спасибо, Максим. Я пойду. Давай, ты дойдешь? Да. Спасибо, Максим. Ты как? Надо быть осторожнее. Это было не просто нападение. Следователь сказал, что мамину аварию подстроили. Что еще сказал? Лиза, я не уйду, пока я тебе не скажу то, что ты должен... Ты должен сейчас же выйти из моей комнаты! Лиза, ты просто не понимаешь! Это ты не понимаешь, что только что случилось! Лиза, я должен уходи! Тебе сказать, мы с тобой не... Уходи! Лиза! Уходи! Тихо, тихо, это сон. Это всего лишь дурной сон, все. Артем, мы больше не можем находиться с тобой под одной крышей. Лиза, послушай, подожди. Я перееду к человеку, которому я доверяю, завтра же. Лиза. Я так решила, это не обсуждается. Нет. Нужно тебе никуда уезжать. Я сам перееду. Я уеду в Германию на стажировку.
Артём. Ты не должна из-за меня. Это мое осмысленное решение. Артём? Кто там? Максим. Лиза, я не должен был оставлять тебя одну. Максим, я согласна быть с тобой. Я больше тебя не отпущу. Вези меня отсюда, пожалуйста. Привет, Галь. Ты можешь со мной встретиться? Теперь это наш дом. Здесь мой кабинет. Ну, а там спальня. Пойдем. Закрой глаза. Теперь открывай. Лиза, будь моей женой. Эки, я неловкий. Наверное, все трепетность момента. Все понимаю, моя хорошая. Мы просто распишемся. Но у меня тоже есть условия. Париж. В свадебное путешествие мы поедем в Париж. Париж. Дорогой, не скучай. Я в город буду вечером. А карточку? Взяла. Я решил изменить свою жизнь. Раньше я жил в доме своей мамы. Теперь в гостинице. Раньше я любил одну.
Теперь хочу полюбить другую. Артем, хватит. Тебе надо отдохнуть. Пойдем, я тебя провожу. Можно еще? Это что такое? Как вы посмели здесь шарить? Точно так же, как и ты 19 лет назад. Изнасиловал меня, помнишь? Номер отеля «Люкс». Что за ахинею вы несете? Да я сейчас полицию вызову. Давай, вызывай. Пусть они тоже узнают. Что? А то, что после этого у меня родилась дочка. Я так подозреваю, что это твой единственный ребенок. И мало того, я это докажу. И ты мне за все заплатишь. За всю мою поломанную жизнь. Ну, тем более, когда ты стал такой богатый и влиятельный. Ну, рады. Вот, тут за все. Какая прыть. Только устроилась, а уже успела обнести клиента. Никого я не обнесла, это мои. Стой. Проблема есть. Твоих рук дело? Это же я тебя к нему пристроил. Побудь со мной немного. Я зайду завтра попрощаться.